Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о подставках на своей пасеке. Раньше хочу, вернее, начать даже с жизненной мудрости. Не трогай проблему, пока проблема не трогает тебя. Вот как бы в чем проблема? Раньше у меня пасека, ули, все стояли на вот таких молочных пластмассовых ящиках. Но буквально в этом году у меня начали улики падать. Потому что они начали, эти ящики, усиленно лопаться, трескаться, ломаться. А все произошло потому, что эти ящики, они подвержены были солнцу, морозу, холоду. Когда вот я косил, к примеру, траву, леску, это все выбивает. И все мои эти ящики, по сути, пришли в негодность. Есть у меня еще такие ящики. Вот такие, металлические. Они классные, но для многокорпусной системы не очень. Они врузают в землю, вот, начинают под весом клониться, и как бы не очень оно экономически выгодно их делать на большую пасеку, потому что надо металл резать, варить, как бы вот так. Сейчас покажу, какие у меня еще есть и к чему я пришел. Есть у меня вот такие пластиковые, пластмассовые поддоны. Это строительные поддоны. Когда-то я купил их на Сланда или на Аукра, уже не помню. Классные, очень классные. Пластик, это какие-то они не наши, германские. Вот есть какие-то надписи. Это строительные поддончики, они размеры у них, ну, если у меня тут получается 500, то тут у них 400, наверное, по-моему, где-то может и размеры написаны. Из чего эти, не знаю, ну вроде бы как строительные. Классные, мне очень нравятся, на них классно ули стоят, они для многокорпусников очень удобно, но их мало. Для большой пасеки у меня их только 30 штук, и получается на них стоят там небольшое количество. И для себя решил сделать вот такое решение. Увидел в ютубе, у человека стоят ульи на блоках, на вот таких вот блоках, вот эти блоки. И я решил точно так же сделать. Не знаю, как долго они простоят. Насколько долго? Ну, думаю, несколько лет как бы продержатся. За это время, я думаю, я решу проблему, как установить, на что будет лучше. И вот так стоят у меня на таких блоках. Мне нравится, ровненько, устойчиво. Ну, а там посмотрим, как оно будет в дальнейшем. Вот такие я подставки применяю. Колеса, шины не очень мне хочется, потому что моего знакомого на колесах, он говорит, мышей очень много там селится, и как бы не сильно бы и хотелось. Ну, вот такие подставки, которые я хотел показать, которые я применил в этом сезоне под ульи. Все, всем пока. Кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Буду рад увидеть ваши комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Жизненная мудрость на сегодня такова. Любое препятствие преодолевается настойчивостью. Будьте настойчивы. Всего вам хорошего.